40 магазинов разгромили во время беспорядков в немецком Штутгарте. Вандалы разбили не только витрины, но и растащили товары. Предприниматели оценили ущерб в миллионы евро. Напомню, в эти выходные группа людей в общей сложности из 500 человек устроили массовые беспорядки. Хулиганы нападали на полицейских, вооружившись камнями и бутылками. Стражи порядка были вынуждены стянуть дополнительные силы из других регионов. Причиной стычек стало задержание 17-летнего подростка, который, возможно, был связан со сбытом наркотиков. По последним данным, около 20 полицейских получили ранения. Задержаны 24 человека. Известно, что половина из них – это иностранцы. Им инкриминируют несколько статей. Нарушение общественного порядка, воровство, одному из обвиняемых – попытка убийства. Глава МВД Германии уже заявил, что судить преступников будут по всей строгости закона. Мы должны сначала анализировать и посмотреть, что действительно нужно. Мы еще не можем сказать, какие убытки понес наш магазин. Нам нужно посчитать, что пропало. Пострадали не только мы. Вверх по улице многие магазины разгромили. Среди них как магазин сотовой связи, так и точки распродажи. Я сам очень огорчен. Это действительно вандализм. Я не знаю, было ли это специально спланировано, но у меня просто нет слов.